набирается масса. Основа это конь. По массе он должен быть объемным. И уже змей, который должен композиционно выходить из-под брюха коня, огибать хвостиком ногу. Крыло будет поддерживать коня, у него будет практически 5 касаний. Дракона будет 1, 2, 3, тоже где-то 4. Ну, под эта нога под сомнение, может быть, не будет касания, так как коню достаточно будет 3 точек. 1, 2, 3. Это выдержит сумарно.